Что приготовила небесная канцелярия на выходные? Погода в Волгодонске в первый день осени будет ясной, но на школьную линейку одевайте детей все же потеплее. Температура воздуха утром до 17-18 градусов тепла, ветер 3-4 метра в секунду. Днем столбик термометра поднимется до 19-20, ночью 13-14. Воскресным утром переменная облачность, но к середине дня небо прояснится. Воздух прогреется до 20 градусов тепла, ветер северный до 3 метров в секунду.